И любовь да умножится. Приветствую вас в прямом эфире телеканала CNL и интернет общины Дом Веры. Аллилуйя! Приветствую всех моих друзей. Я Максимов Максим. Я Максимов Максим. И у нас сейчас идет прямой эфир. Надеюсь, вы взяли вашу кружечку. Э горячего шоколада, если у вас вечер, или кофе, если у вас утром. Приветствую вас всех и благословляю именем Иисуса Христа. Я верю, что у вас будет огромное благословение. Приветствую всех, интернет, всех из интернет-общины Дом Веры. И если вы смотрите через телеканал CNL этот эфир, то я хочу сказать вам добро пожаловать в Дом Веры. Присоединяйтесь к нашей общине. Наша община встречается каждый день, кроме субботы и понедельника. Мы встречаемся на сайте домверы.ру или там нажимайте на лайвстрим, и вы можете комментировать, писать, записывать прямо сейчас я хочу посмотреть, кто там присоединился, присоединились уже многие люди, а, и они читают эти сообщения, я читаю их сообщения, я вижу Татьяна из Риги, здравствуйте, все дорогие мои, мир вам тебе Танюша мне помню, как мы с тобой в Израиле ходили, это слава Богу было хорошо, Дмитрий из Воронежа, приветствую Ангелина из Греции, а, Максим, для меня все ваши темы важны, о, как Ангелина, спасибо, так кто еще тут что пишет, а, я из Москвы, пастор Максим, добрый день, приветствую вас. Так, Джани Балт, привет всем, пишет, привет вам, пусть Бог благословит вас, Лариса из Израиля, приветствую вас, из Воронежа, приветствую Дима. Пусть Бог благословит вас. Благословения вам, Юлия Собакана, дорогая сестра, приветствую тебя, любовью Господа. Клара из Луганска, вот. Приветствую вас, Клара, я не знаю, как у вас там интернет, но столько событий там у вас происходит, Ваши, ваш город постоянно в новостях, мы молимся за вас, чтобы это безумие прекратилось военное. Всех приветствую, дорогие мои, пусть Бог благословит вас, Ангелина, ой, Анжела Карелина, приветствую вас также, вижу, что вы написали, всем приветствую. Ну что? Давайте сейчас перейдем к теме нашего прямого эфира. У нас сегодня будет очень нужная и важная тема. Преобразование и обновление. Без эффективного преобразования не будет никакого изменения. Не будет обновления. Не будет никаких изменений в вашей жизни. Хотите, чтобы произошли изменения? вам нужно преобразование, и тогда наступит обновление. Давайте откроем место из Библии. Откройте место из Библии, Римлянам 12 глава. И будем читать со второго стиха. Это важное место Писания, хотя многие его уже знают наизусть, но, но я, я еще раз открою. Здесь рас, заложен фундамент христианского изменения, христианского обновления сознания. Как измениться, как а, как сделать так, чтобы ваша жизнь стала другой. Мы откроем Рим 12 главу. Здесь написано. Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божьим предоставьте тела ваши. Этот первый стих был. Предоставьте тела ваши. А, в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего. Предоставьте свои тела. И второй стих. Он очень важный. Если у вас есть маркер, обведите, закрасьте. Не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего. Послушайте меня внимательно всем. Я думаю, что здесь вообще не сообразуйтесь с веком сим. Послушайте внимательно, внимательно. Не сообразуйтесь с веком сим. Не отождествляйте себя с веком сим. Но преобразуйтесь обновлением ума вашего. Для того, чтобы вам познавать, что есть воля Божья. Благая, угодная и совершенная. Итак, начнем с воли Божьей. Воля Божья. Воля Божия, она одна. Она благая, она угодная, она совершенная. Воля Божия одна, она благая, угодная и совершенная. И а, другой воли у нас нет. Когда мы знаем волю Божию, тогда мы действуем... Давайте так, у нас не три воли Божьи, воля Божия одна. Но она приходит к нам на разных ракурсах. Вы знаете, когда происходят проблемы... А... И когда что-то случается, возникает напряжение в жизни. Вот сейчас камера вот эта движется. И знаете, здесь, когда шнур натягивается, он стопорит, и можешь сжечь движок камеры, которая движется. Включите сейчас вот эту камеру. И знаете, когда вот эта камера движется, вот сейчас вы видите, что она движется. И когда шнур натягивается, если, если не отпустить, то тогда сгорит двигатель. А, и оператор должен вовремя следить, чтобы ее а, освободить, шту, чтобы она не, не сломалась, и чтобы не сломался аппарат, который движется. Но эта камера движется. Эта камера есть движение, внутри нее происходит изменение. Она постоянно, постоянно движется в, в одном в направлении своем. И когда происходит движение, что-то что изменяется. Движение, жизнь а, и напряжение. Когда мы хотим изменения, мы хотим спросить у Бога, какого рода изменения? Волю Божию. Любого рода изменения должно стоять, ну давайте так, заложено в основании изменения. Если я хочу в основании изменения, чтобы что-то произошло, например, я решил измениться, нужно, чтобы было решение или воля. Любого рода изменения. Например, вы решили стать более грамотными. Вы решили э, образование получать. Внутри вас должно что-то сломаться. В первую очередь, вы должны, э, вы должны э, принять решение моментально. Я предпринимаю действие. Я предпринимаю действие, и я начинаю двигаться в соответствии с волей Божией. Я начинаю двигаться в соответствии с решением. Помните, когда Псалом 1 написано, что в законе Господа, праведник, как дерево, посажено при потоках вод, в законе Господа воля его. Воля его в Слове Божьем, в законе. Воля – это способность принять решение. Чтобы познать волю Божию, нам необходимо основание. Конечно же, это Слово. Когда мы, мы говорим о Боге, мы говорим о Его желании, о Его решении, о Его выборе, о Его, о его э, хотении по отношению к нам, нам необходимо начать с воли Божьей. Как мне совершить изменения, если я не знаю направления изменений? Конечно, просто можно сказать, я хочу изменений, просто хочу изменений. Мы не, Верхи не могут. Помните, как там марксизм, ленизм, верхи не могут по-новому, низы не хотят по-старому. И вот тогда происходит революционное накопление энергии, которое выплескивается с, через разлом а, между социальными слоями, бла-бла-бла и проще, прочая чушь. Когда мы говорим о воле Божьей, весь этот стих. Он сгенерирован вокруг воли Божьей. Конец, конец воля Божия. Опять откроем. Римляна, 12 глава, 2 стих. Не сообразуйтесь с веком Сим. Первое утверждение. Не отождествляйтесь, не соединяйтесь, не принимайте а, образ а, и выбор. Не принимайте выбор, который делает этот мир. У этого мира есть свои идеи, есть свои концепции. У этого мира есть свои мысли. Этот мир имеет свое представление о том, как должны быть вещи. И этот мир нам предлагает соединиться. Давайте, соединитесь со мной. Сделайте то, что я хочу, чтобы вы сделали. Примите решение... Примите решение, так как мир хочет. Мир предлагает вам свой стандарт. Мир предлагает вам свои решения. Не отождествляйтесь. Легко сказать. А, к чем, а как жить тогда? Действительно, вопрос хороший. А как тогда жить? Начнем с утверждения. Не отождествляйся. Второе. Второй стих. Второй стих. Преобразуйтесь обновлением ума вашего. Преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вы были способны. Итак, Бог желает, чтобы мы преобразовались. Бог хочет, чтобы мы, преобразов... чтобы мы стали другими, реформировались. У Бога есть желание. Каким способом преобразовать себя? Преобразуйтесь. Чем преобразоваться? Преобразуйтесь, станьте лучше, изменитесь. Хорошо. Как? Конечно же, ответ. Обновлением ума. Это преобразит вас. Преобразование жизни зависит от твоих мыслей. Если вы хотите, чтобы изменилась жизнь, нужно изменить ум. Если вы хотите, чтобы ваша жизнь, вс, вы, все вокруг изменилось, начинается с мышления. Помните, Писание сказано, какие мысли у человека, таков и он. Мысли человека, фундамент вашей жизни. Если вас... Сколько я не встречался? У бедных людей всегда бедные мысли. У успешных людей успешные мысли. У расточительных людей расточительные. У жадных людей у них скряжные мысли. У злых людей у них злые мысли. Или давайте так. Злые люди, они потому злые, потому что у них мысли злые. Добрые люди, потому что у них добрые мысли. Богатые, потому что у них богатые мысли. Бедные, потому что у них бедные мысли. Родители нам с момента рождения внедряют образ мышления. С момента нашего появления на свет нам внедряется образ мышления. Нам говорят, сюда ходи, сюда не ходи. Это делай, это не делай. Вот так поступай, так не поступай. Так делай, так не делай. Нам говорят, как думать, как реагировать. Нам говорят, нам нам подсказывают. Мы получаем образ мышления. Хотите, чтобы ваша жизнь изменилась, начните с изменения. Послушайте, начните с изменения ума. При, без, при, нет преобразования без обновления ума. Не, не увидите изменения, если не, не произойдет обновление. Вы знаете, Бог говорит, преобразуйтесь обновлением у вашего. Что ему нужно? Ну, конечно же, ум. Ум. Это центр контроля нашей жизни. Бог, давайте так, не сможет изменить тебя. Даже Бог говорит через, это, через Библию, через Слово Бог говорит. Но без твоего ума ничего не произойдет. Бог не делает так, чтобы прийти, сломать тебя и сделать то, что Он хочет. Ему нужен твой ум. Имейте ум Христов. Обновление ума. Обновление вашего мыслительного процесса. Преобразуйтесь обновлением ума. Преобразуйтесь обновлением ума. Преобразуйтесь, меняйтесь. Не через диеты. Нет. А кстати, поверьте, если вы хотите похудеть, вам не нужно диеты, вам нужно изменить мышление. Если у вас другие мысли, если вы обновитесь умом, ваша жизнь меняется. Преобразуйтесь обновлением ума. Когда вы преобразуетесь обновлением ума, все меняется. Ум это центр контроля жизни. Ум это то, то, как мы понимаем слово Божье если вам ваш ум вкладывали мысль, что Бог хочет тебя наказать, Бог наказывает, Бог избивает, Бог делает тебе такие вещи, это Бог тебе прослал. Помните, мы кидали камень вверх и кричали, на кого Бог пошлет? И все ждали, что Бог пошлет на кого-то камень. Послушайте, когда мы пытаемся взять Слово Божье, не используя ум, не, 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 не посылая сигнал туда, в образ мышления, все. Твой дух, ты не поймешь, твой дух не сможет воспринять волю Божию без твоего разума. Необходимо обновление ума. Обновление ума через Слово Божие приводит к познанию, к открытиям, к откровению. Вы иначе приходите к сверхъестественному пониманию. Давайте так что-то новое нужно познавать постоянно. И чтобы пережить на себе преобразование, мы должны понимать, что наш ум должен измениться. Я хочу преобразовать свою жизнь, начиная с ума. Изнутри, из человека исходят источники жизни. Внутри. Когда мы говорим о том, что нам что-то нужно выяснить, мы приходим к Библии, ничего не понятно. Мы смотрим в Библию и думаем, что это, о чем она говорит. И а, что Библия хочет? Библия хочет попасть внутрь, в, наш, в нашу внутренность. Наша внутренность, она не создана, чтобы принимать. Нам нужно изменять мышление, чтобы принимать из Библии. Вы знаете, дьявол создает а, такие вещи. Он рисует образ Бога зверского, злобного старикашки, который сидит на облаках и не знает, что делать, как только вредить людям. И бедные люди страдают и раболепствуют перед ним, умоляют его, чтобы он там сблаговолил и что-нибудь послал. Дьявол рисует такой образ старого деда с длинной бородой. Я хочу сказать, что это не так. Бог наш не старикашка с длинной палкой. Нам необходимо изменение мышления. Увидеть другую картину, увидеть совершенно по-новому. Давайте так. Если ты перестанешь обновлять свой ум, ты перестанешь обрабатывать откровения Божьи и перестанешь идти вперед. И твой прогресс останавливается. Когда мы перестаем работать с мозгами, наш мозг костенеет, когда мы с умом перестаем работать, а знаете, если прочитать притчи, они все про мудрость говорят. О, мудрость она там, мудрость она ищет разумного знания, мудрость она ищет смиренного и так далее. Мы приходим к Богу и хотим, чтобы при, к нам пришла мудрость. Говорят, что э, обычно с возрастом приходит мудрость, но иногда возраст приходит один. <laughs> с годами приходит мудрость, иногда в годы приходят они без... И мудрость не приходит. Когда мы... Я хочу, чтобы в моей жизни реально произошли изменения. Начинается все с маленьких вещей. А как я думаю? Как я думаю? как я думаю. Думаю ли я правильно или неправильно? Думаю ли я в соответствии со словом Божьим или нет? Может быть, я перестал двигаться, может быть, эта камера перестала двигаться, может быть, все перестало в твоей жизни двигаться. Как я думаю? Какие мысли у меня? Как, как я понимаю то, что происходит? Как я вижу то, что происходит? Как я разумею дела Божьи? Как я Понимаю Божье дело. Какие мысли у меня? Мы пришли к Богу не просто чтобы попасть на небо. Конечно же, мы хотим попасть на небо, но мы пришли не просто чтобы получить спасение. Мы пришли к Богу, и Бог ожидает от нас изменения. Наши имена уже записаны. Мы уже, мы уже в книге жизни, мы уже спасены. И давайте так. Бог принял нас грешников с неправильным мышлением, с не с всем неправильным, очистил нас Господь кровью Свою. и теперь Он нам предлагает изменить нашу жизнь, преобразовать, изменить нашу жизнь. И вот здесь возникает конфуз. Многие люди говорят благодать, 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 и они не хотят изменяться. Они говорят, о, Господь все покрывает, не обращай внимания на грехи, все нормально, все хорошо, да, 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 да. Но если ты не хочешь изменяться, если ты не работаешь, не трудишься над своим изменением, тогда происходит а, следующая вещь: ты не меняешься, ты костенеешь. А, знаете, недавно я слушал одного историка, и он сел такой и говорит: давайте положим, он рассуждает о вере в Бога, и он говорит: положим основание, а, вера и религия – это одно и то же слово, одно и то же значение. И говорит, это профессор МГИМО, это профессор истории, это профессор, уважаемый человек, и он говорит такую глупость. Вера – это религия. А религия – это... Я, я посмотрел, думал, интересно, вот как человек, с такими образованиями в таких элементарных вещах не сечет. Вера это вера, религия это религия. Религия это свод законов, правил, церковных норм поведения. Религия это традиция, это культ, это храмы, росписи, стены и так далее. Это религия. Когда мы говорим о вере, вера это взаимоотношение с Богом, взаимодействие твоего духа и духа Божьего. Вера это, это что-то особенное. Вера это, это тоненькая нить, это вена или артерия между тобою и Богом. Вера без веры угодить Богу невозможно. Когда мы говорим о религии, религия — это свод правил, законов. Раньше по религиозным правилам было запрещено э, поднимать руки во время проповеди. А потом стало можно. Раньше было запрещено в галстуках, в одних, скажем, в религиозных группах. Потом разрешено. Религия, она постоянно меняется. Она постоянно подстраивается. Это как законы э, самоуправления, законы, которые действуют на данной территории. Когда же мы говорим о живой вере... Ты не можешь иметь живую веру без изменения. Когда Господь пришел к моему сердцу, я изменился. Это было первичное преобразование. Оно произошло по причине того, что мы познали Христа. Я покаялся, и произошло первое преобразование. И, конечно же, первичное изменение принесло изменения. Вы были грешниками, вы были такими сякими, вы жили по старому образу жизни, и вдруг для вас открылся Бог. Аллилуйя. Теперь ты царь, Царстве Божьим. Но дальше происходит следующий вопрос. Подкатывает новый уровень. Я пришел к Богу, произошло первичное я понял, что убивать, грабить, воровать, блудить это плохо. Надо любить, прощать, нужно любить Бога и все остальное. Но дальше происходит следующий процесс. По мере того, как я вникаю в Слово, я преобразуюсь и становлюсь другим человеком. Обновление начинает происходить во мне. Обновление начинает проникать. И послушайте, вот когда в момент покаяния, человек, конечно же, я помню, как один покаялся, вышел на улицу и говорит, классно. Я говорит, просто пастор, такое слово было, так. И он покаялся, он просто, я искренне покаялся. Я думаю, ну, слава богу, покаялся, молодец. И он достает сигареты, берет Говорит, будешь мне? Я на него смотрю, я говорю, ну, я говорю, я-то я покаянный. Он говорит, в смысле, я тоже покаялся? Я говорю, да-да-да. Но я говорю, верующие это не курят. он посмотрел, да? А, я никогда об этом не думал. И, и говорит, верующие не курят. И вы знаете, в этот момент у него что-то, вот он держит пачку сигарет. Замерший. И вот в этот момент у него проис... начинает происходить, здесь что-то шурупится, а... Начинает происходить изменение мышления. Вдруг у него начинает... Да, верующие не курят. Так, а я теперь верующий. А у меня сигареты. А я курю. на так. Почему я курю? Я живе. Так, стой. И вот у него стоит, стоит, стоит. Знаете, он вот шурупит, шурупит. Я так смотрю, как вот постепенно, знаете, как кислота проникает вот в грязные эти самые зашлакованные сосуды и начинает чистить эти трубы канализационные или какие там. И у него. И он говорит, надо кому-нибудь отдать сигареты. Я говорю, зачем отдать? Чтобы он грешил. У него раз-раз-раз. И он начинает понимать ух ты, если я сейчас кому-то отдам, этот человек начнет грешить. А я не хочу, чтобы люди грешили. И у него начинает приниматься решение. Вот знаете, вот этот момент происходит изменение, преобразование. Преобразование. Он начинает совершенствоваться. Преобразуйтесь с обновлением ума вашего, чтобы вам познать, что есть воля Божья. Он познает волю Божию. И внутри него начинается шуруп, 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 пошел, 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 пошел. Я смотрю на него. Он говорит, ее нужно уничтожить. Я говорю, давай прямо сейчас. И он бросает на пол эту пачку сигарет, начинает топтать ее. А говорит, а с зажигалкой что делать? Меня спрашивают, может, ее тоже нужно? Я говорю, ну, зажигалку тоже можно, она может пригодиться в походах, там еще где-то. А, да, ну да, зажигалка. Но он говорит, ну все равно, для меня это будет искушение, я лучше ее тоже уничтожу. Ну, я говорю, ну давай уничтожим. Он стал ломать зажигалку. Знаете, я когда посмотрел на него, в его жизнь начало приходить изменения преобразование. Его жизнь начала меняться. Как познание воли Божьей постепенно приводит нас к пониманию. Покой, мир, здоровье, благословение, материальное благополучие. Все желают этих благ? Да, конечно, всех. Но чтобы это пришло к вам, вам необходимо преобразование. Преобразование не только одним способом, а преобразование только одним способом. Обновлением вашего ума. Только одним способом обновлением ума вашего. Вы, вы желаете иметь в семье мир, успех в бизнесе. Конечно, просите Бога об этом и просите, чтобы Бог благословил. Но запомните, когда Бог дает вам новое познание, вы получаете откровение. И это откровение в области финансов, семьи, жизни, устройства, начнет проникать в вашу внутренность. И тогда произойдет преобразование. Вот этот процесс, Боже, помоги мне, благослови меня! Отлично. Вы думаете, Бог так скажет, руки протяни, пошире протягивай руки, сейчас кидать буду. И ты давай, Господи, кидай, кидай, кидай. Нет, так не будет. Но когда ты говоришь, Господи, благослови, у меня финансов не хватает, там, или чего-то не хватает. А в этот момент Господь начинает давать тебе откровение, чтобы ты изменился через Слово приходит познание. Ты начинаешь познавать волю Божию. Теперь через познание ты начинаешь обновляться умом. Приходят новые алгоритмы мышления, новые мысли. И потом происходят изменения. Несложно. Дорогие мои, мы сейчас с вами говорим на очень важную тему. И, и может быть она не такая простая, но с другой стороны, когда вы хотите э, из, увидеть в своей жизни изменения, начните с мышления. Мысли Мои мысли, мои скакуны. Табун скачет по Твоей голове. Обуздать этот, этот табун нужно остановить, обновиться умом. Обновляется мой ум во имя Иисуса Христа. Хотите изменения? Начните с вашего мышления. Я благословляю вас именем Иисуса Христа. Я говорю благословение над вами. Я прошу Господа благословить вас, чтобы Слово Божье проникало, чтобы происходило обновление ума что пришло преобразование в вашу жизнь. Господь благослови каждого человека именем Иисуса Христа. Да пребудет с тобой, Господь, да благословит тебя, Господь, да направит тебя, Господь, да поддержит тебя, Господь, да изольет от духа своего, да коснется тебя, Господь, да коснется твоей жизни, да даст тебе, Господь, Слово Свое, и откроет тебе, и поможет тебе увидеть славу во имя Иисуса Христа. Да благословит тебя, Господь, и сохранит тебя. Да презрит на тебя Господь светлым лицом своим и помилует тебя, да обратит Господь лицо свое на тебя и даст тебе мир. И все скажем, Аминь. Каждый день мы здесь встречаемся. И знаете, что происходит? Постепенно наш ум обновляется. Каждый день, каждый день, находясь в доме веры, вы можете переживать изменения. Каждый день, находясь в доме веры, вы можете жить по-новому. Вы можете направлять свою жизнь по-новому. Вы можете видеть свою жизнь измененной. Каждый день ваша жизнь изменяется. Пускай Слово Божье проникает в вашу внутренность. Если вы хотите увидеть реальные плоды благословения, реальные плоды славы, реальные плоды Духа, если вы желаете увидеть что-то реальное в вашей жизни, я стучусь в ваши сердца присутствуйте вместе со мной в Доме Веры. Спасибо за поддержку, за партнерство. Хочу поблагодарить всех людей, кто активно поддерживает меня и служение телеканала CNL. Благодарю Бога за вас. Один человек, одна семья недавно сделала большое пожертвование. Я благодарю Бога за эти три тысячи с половиной долларов. Вы благословили. Пусть Бог благословит вас. Если у вас есть желание послужить, благословить своими дестинными приношениями. Знаете, благодаря вашим десятинам мы многое можем сделать. Я не беру себе вообще ваших десятин. Все десятины идут в CNL для проповеди Евангелия, за оплату спутников эфира и интернет-эфира. Пусть Бог благословит вас. Я благодарю вас за верность, постоянство. Если у вас будут правильные мысли, вы всегда будете иметь достаток, силу и благословение. Сегодня с вами был Максим Максимов. С благодарностью ценю каждого из вас и благословляю. Встретимся с вами в воскресенье. Шаббат шалом всем. Пусть Бог благословит вас. Всем пока. Дорогие друзья, а сейчас вы можете пройти на мой YouTube канал Максим Сиэнэл и посмотреть эти и другие проповеди. Спасибо за ваше внимание и за ваше участие.